В детских поликлиниках городского округа Люберцы продолжают появляться добрые комнаты. На этот раз игровую зону обустроили в Малаховке. Ее успели оценить маленькие пациенты и наша съемочная группа. Теперь поход в поликлинику – это не только осмотр у врача, но и увлекательные игры. Добрая комната появилась накануне Нового года. Поздравить маленьких пациентов с двойным событием пришли почетные гости. Ребят, я вам желаю, не болейте, будьте здоровы. Впереди Новый год. Все заказали подарки? Да. Письма Дедушке Морозу писали? Да. Я думаю, что Дедушка Мороз все ваши желания исполнит. Добрая комната – партийный проект «Единой России». Он стартовал в Московской области ровно год назад. На сегодняшний день уже 26 детских медучреждений столичного региона оборудовано игровыми зонами. Этот проект очень активно поддержали и депутаты Московской областной думы, и депутаты местных советов. И самое главное, что он стал таким общественным проектом. То есть очень многие представители бизнеса, банков, сообществ оказывают помощь в создании вот таких теплых уголков. Благотворительный проект реализуется в 52 муниципальных образованиях. Планируется, что в следующем году в Подмосковье появится 60 добрых комнат. Лиза Игазарян, Валерия Абсолям. В телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.